Я всех приветствую, ребятушки и девчатушки. С вами снова ученик 77, он же дядя Саша. Продолжаем играть в The Long Dark. Режим выживания. Уровень сложности незваный гость. Прожили 216 дней. Находимся в одинокой топе. Играем за тетку, зовут Астрид. Поехали. Я, значит, тут себе наковал немного наконечников. Сделал. Ну, сейчас прогрузится. Это как-то долго. Так, ага, вот мы, значит, тут поспали, проснулись. Так, что у нас по жратве? По жратве у нас Тимофеевка и недоеденные куски для приманки. Так, значит, 4 хороших стрелы и одна немножко коцаная. И лук. Итого у нас 5 стрел, да? Так, хорошо. Что там у нас гореть печури? Печури гореть еще 8 часов. Мы вроде как пока себя чувствуем хорошо, поэтому можем пошлындать. Кого-нибудь поискать. Можем шкуру с оленя собрать. Тут олень недалеко валяется. Отнести ее в пещерку. Можем. Тем более я уже начал его подковыривать. Он сейчас будет портиться. Поэтому надо поторопиться. А то шкурка пропадет. Сейчас мы попробуем сразу шкурку-то из оленя-то и извлечь тота. Так, вот он, собственно говоря, наш несчастный олень. Так, давай мы возьмем. Ну тут все равно чем, что ножом, что руками. Время одинаково, поэтому возьмем руками. Так, немного замерзли. Но все. Замерзли немного. Надо бежать греться. А потом относить шкуру в пещеру, чтобы она там что? Правильно. Высыхала. Еще заодно проинспектируем шкуру медведя. Дабы узнать, высохнет она или разрушится. Хотя сейчас это еще будет непонятно. А может уже и понятно. Ладно. Так, шкуру пока тут бросим. Оленьскую. Бросить. Пошли мы сюда. Обогреемся. Так, что тут у нас, дрова какие есть в печь подкинуть? Дров нету. Ладно. Можем воды натопить и этим согреться. Ну, это мало. Не успеем согреться. Ладно, хорошо. Тогда мы ее... Ну, хотя успеем, в принципе. Успеем согреться. Сейчас мы ее сварим. То бишь вскипятим. Так, а мне кого-то где-то надо подстрелить. Потому что есть мне мало. Ну, сейчас мы шкуру отнесем, будем искать. Искать себе пропитание. Да. Так, воду пока выкинем всю. Так, пошли. Относить шкурень. Так. Волки, кстати, могут уже появиться. Тут трупаки их поисчезали. Я не знаю, с какой они тут скоростью перереспауниваются. Но факт в том, что их тут дофига и больше. Поэтому могут сейчас меня со шкуркой-то прихватить, товарищи. Эх, надо было мне взять эту ножовку. Ладно, потом возьму. Там у меня береза же растет. Забыл. Забыл про ножовку. Главное сейчас, когда отправлюсь по топе гулять, не забыть взять с собой ножовку. Ну, просто топор тащить он потяжелее будет, а ножовкой тоже можно березку фигануть. Поэтому возьмем с собой ножовочку вместо топорика. Так, и вообще я решил прогуляться на соседнюю локацию, на которой я был только один раз в сюжетке, и потом еще один раз в сталкере, где меня по-быстрому загрыз волк. Надо туда сходить. С ножовочкой. Можно там набрать металлолом и притащить его назад сюда и чего-нибудь наковать. Но для этого придется сходить в пещеры и нагрести там угля, потому что, чтобы ковать, горн должен быть минимум 150 градусов. А дровами мы до 150 его никак не сможем разогреть, максимум 80. Поэтому 6 угольков нам надо. Да. Хотя бы 6 угольков. Оу! Оленчик. Вот оленчик, это хорошо. Его бы кокнуть. Тем более недалеко от пещеры. Вообще хороший, хороший вариант. Сейчас мы, может быть, с оленчиком разберемся. Заодно и миско. Ну, это, конечно, миско, если ты его сразу завалишь. А если он побежит скакать раненый, то миско будет не скоро. И вообще может не быть. Можешь ты его вообще не найти. Так, пещерка моя. Ну, не то чтобы моя, но пещерка. Так, пещерка. У меня тут спальник. А что ж, взять мне с собой спальник или не взять?
Так, волчья просохла на 43%. Че у нас? О, здесь уголь спаунится. Прикольно. Так, а если поднять спальник под ним? Нет угля? Нету. Так, медвежья еще не разрушена. 61%. И просохла на 40%. Ой, чую я, она разрушится. Ой, чую, разрушится она. Ну, разрушится, так разрушится. Что я могу поделать? Так, пошли проведуем оленя. Пошли проведуем оленчика. Где он там, наш дорогой оленчик? Так, оленчик. Где ты, наш дорогой? Далеко ты, наш дорогой оленчик. Далековато. Так, ну давай присядем. Нет, рано. Давай присядем, подойдем к тебе поближе. Нам сейчас надо наверняка выпендриваться. Нам тут сейчас нет возможности. Нам нужно мясо. А ты то самое мясо, которое нам нужно. Плюс шкура, плюс все дела. Так, ну сейчас мы к тебе немножко подойдем. Пока ты там мирно щиплешь снежок. Не знаю, что ты там можешь щипать. Там вроде как снежок. Волков пока на горизонте невидимо. То есть нету. Ух ты, гад, развернулся, а. Я думал, ты вперед пойдешь, а ты назад пошел. На корячках я до тебя буду долго идти, я тут замерзну, пока до тебя дойду. Но ничего не попишешь, придется ползти, потому что сейчас встанем, он куда-нибудь ливнет не в ту сторону. А нам надо, чтобы он был на хорошо просматриваемом месте и далеко не убежал. Ладно, ладно, терпи, 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 мы еще пока не до конца замерзли. Сейчас мы выйдем на ударную дистанцию и попробуем в него зарядить. Так, он за бугорком у нас. Ну что ж, мы идем вот так. Сейчас встретимся с ним где-то. Как на бугорке чуть-чуть поднимемся, так и можно будет палить. Так, тихо. Всем тихо, не шуметь. Оленя, оленя вы. Выслеживаем, вываживаем. Олень. Где ты есть, олень? Сейчас только на бугор выхожу, а там... И усы. Так, куда ушел? Куда ушел олень? Так, олень-то вот он. Олень-то уже близко. Можно остановиться. Ага, он пошел навстречу мне. Прекрасно. Главное, чтобы он сейчас не шуганулся. Пожалуйста, не шуганись раньше времени, дорогой товарищ олень. Давай тормозни, я тебя сейчас в бочину заряжу. В бочину самое то тебе зарядить. О, тормознул. Давай так вот тебе сейчас в холочку. В холочку давай. О, так вот, молодец, молодец. Так, меня первым делом интересует моя стрела. Она в олене осталась или где? Стрела. О, в олене. Причем как-то не воткнута. Так, ну теперь мне надо прежде всего обогреться. Обогреться. А уже потом снимать с оленя шкурень. Да. Поэтому айда, 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 айда в пещеру. Айда в пещеру. Так, что там у нас? У нас середина дня, да? Угу. Пошли в пещеру. Пошли. Пошли, пошли. Так, костер там у меня еще, наверное, будет. Я успею оленину пожарить. Но я шкуру с него сниму. Кишки брать не буду. Ой, мне покушать что-то надо. У меня совсем спокушать тяжело. Так, давай покушаем. Что тут у нас есть? Тимофеевка. Грызнем чуть-чуть. Так, этого нам на час хватит. Так, все, давай час спать. И согреваться одновременно. Так, согрелись. Все, побежали до оленчика. Побежали до оленчика. Так, товарищ олень, мы к вам. Вы там уже, конечно, на сколько-то процентов замерзнуть успели, разумеется. Ну, нам это не страшно. Мы вас и мерзлого свободно ковырнем. Так, волки, волки, есть волки? Не видать пока. Ну, не видать, так не видать. Так, палки, палки нам нужны. Нужны палки, да, палки нам нужны. Палки нам нужны, так. Погода, конечно, холодная. Так, где олень? Где олень? Вот он, олень. Ну, шкуру снять должен успеть, а потом еще обогревшись, снять с него немножко мяска. Так, ручками 28 минут. Ай да. Так, замерзли как раз. Ну, не сильно, нормально. Не будем дальше коцаться, побежали.
Так, погоди, палка. Палку видел. Где палка? Вот. Палки нужны. Палки нам нужны. Все, бегем, греемся. Потом идем берем сколько-нибудь мяса. Очень холодно. Да сейчас мы в пещере обогреемся, чувиха, не переживай, в пещере обогреемся. Жаль, вот это не уголь, а всего лишь камни. Так, ну один какой-то кусочек угля я нашел, но этого, конечно, недостаточно, надо поболее. Так, что ж, медведя шкурка у меня пропадет, жаль, конечно, но хотя об этом судить рано. Он еще не досох, но я предполагаю, что все-таки пропадет она. Есть у меня такие подозрения. Так, грызи Тимофеевку. И опять-таки спи. Сон. Так, все, теперь за мясцом. За мясцом. Много мяса брать нельзя, а то костер вдруг... Хотя там, я не знаю, сколько там оставалось-то часов. Ну, сколько-то оставалось. Так, побежали. 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 Мясо сейчас будем собирать ножичком, чтобы не замерзнуть очень сильно. Там бы еще вот, если бы олени пришли к ферме, когда у меня там все горело прекрасным образом, вот это было бы здорово. Но они не приходили почему-то. Приходили только волоки. Волоки позорные. Так. Олень. Где наш олень? Конечно, еще бы можно одну стрелу было успеть смастерить, пока там горит у меня печура. Было бы неплохо. Потому что в полном холоде что-то мастерить там вообще беспонтово. Замерзнешь нафиг. Так, палка. Олень. Так, ну холодно по-прежнему так же. Сильно. Так, давай мы с тебя возьмем. 3 кг. Ножом это будет 18 минут. Угу. Так, замерзли, да? Ну давай еще КГ. Ой, какой. Я КГ хотел. Вот так, 6 минут. Все, замерзли. Переохлаждение даже получили, да? Получили. Ну ладно. Так, лук в руки. Бегом. Не-не, зачем пистолет? Это я два раза нажал. Лук, пожалуйста. Сейчас согреемся. Сейчас согреемся. И я надеюсь, не умрем. Так, палки надо по пути все собирать, чтобы нам там потом подрыхнуть какое-то время. Собирай все палки, собирай. Так. Еще. Палки нам нужны. Очень сильно. Очень-очень сильно нам нужны палки. Так, их тут, к счастью, немножечко нападало. Так, бегом. Так, про березу не забыть, про березу. Ну, я потом планировал пойти туда чуть-чуть, за бараки пошли. Там еще пещеры, я знаю, есть. Вот в районе пещеры могут расти березы. Так, а что ж пещеры? Наверное, надо было спальник с собой взять. Ну, теперь уже поздняк метаться. За спальником пойдем в следующий раз. Да, если живы останемся. Пойдем потом за спальником. Да вообще потом надо в пещеру переезжать жить. Потому что костер вечно поддерживать я не смогу. Поэтому надо будет забрать все свое барахлишко, необходимое для жизнедеятельности, и переехать в пещерку. Ну а барахлишко какой для жизнедеятельности необходим? Еда да вода. Лук я, в принципе, всегда с собой ношу. Еду, воду забрать. Да. Так. Что-то отсюда не видать. Горит моя печура или не горит? Дым там идет или не идет? Отсюда не видать. Непонятно. Может быть, даже уже все и погасло. Тогда придется по новой разжечь, раз я туда пру. Туда-сюда ходить я уже не буду, ибо это накладно. Много здоровья уйдет. Придется там разводить. А, не, по-моему, все-таки какой-то костер я вижу. Или что это такое красненькое светится? Это как будто огонь, или что это? Так, бегу. О, палки. Палки нам нужны. Это очень хорошо, что у вас так много. Это очень хорошо. Спокойно. Так, семейная ферма старого Спенса. Прекрасно. Так, давай. Бегом. А бегом уже не получается. А пешком. А, я там, наверное, сильно перевешен. Набрал всякого барахла.
Непонятно, тут вообще труба есть? Тут вообще труба есть? А, вон красный отсвет есть, горит моя печь. Горит моя печь, я слышу, как она горит. Прекрасно, 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 прекрасно. Отлично, а сколько же тебе осталось гореть? 3 часа. Так, а палки я набрал 24, даже один уголь. Уголь бы, конечно, припасти. До лучших времен, так сказать. Так, ну вот. На 7 часов. Уголь давай пока выкинем. Если что, потом бросим. В печь, в смысле, бросим. Так, ну давай. Есть быстренько. Попахивающая ленинка сырая. А то, гляньте, жрать-то нам охота. Желудок-то у нас весь красный. Так. Срочно есть. Съели. Так, да и пить надо тоже. Воды нам, пожалуйста, выпей. Выпили. Так, дальше готовим. Дальше готовим. Так, это у меня там что еще? 3 куска или сколько? Так, ну до утра нам, конечно, дожить-то хватит. А потом надо идти на поиски. Можно с оленя еще мясо немного надергать, пойти жить в пещеру. И надергать немного мяса с оленя, потом его приготовить попозже. Так. Мясо мы наготовили. У нас тут ночь приближается, да? Ночь приближается. Приближается ночь. Печки горит 7 часов 2 минуты. Пойти тут палок еще пособирать. До получения легкого замерзания. Если тут, конечно, есть какие-нибудь палки. Попробовать переночевать до утра все-таки у печи. А потом уже переть в пещеру. Можно топор взять, что-нибудь тут рубануть. Тогда точно хватит. Выпить каких-нибудь грибов. Допустим, вот эту кедровую ветку рубануть. Ну, блин, могу сильно замерзнуть. Сколько сейчас градусов? Минус 16. Да, много градусов. В смысле, минус... Минус сильный. А так, а тут где-то вот кустарничек растет, да? Кустарничек, ну-ка. Ай, я замерз, зря, зря, зря. Коцнулся, коцнулся, зря. Ну да ладно, тут еще вот рядом есть кустарник. Еще вот этой планки можно поломать, да, доску вот эту. А ее чем? Топором. Сейчас мы ее разберем. Сейчас мы ее разберем тогда. Так, ну, в принципе, уже 8 часов. Уже 8 часов. Пусть пока горит, а мы пойдем подрыхнем. Восстановимся малость. Почему вот это нельзя разобрать, а? Сколько тут много досок прекрасных. Можно было бы ее разобрать. А нетушки, нельзя. Так, давай поспим 5 часов. Не, погоди, давай мы воды выпьем нормальное количество и поспим 7 часов. Да. Нам надо здоровиться восстановить, поэтому давайте спать побольше. Здоровиться, усталость все восстановить. А потом решим, что делать. Так, восстановили, да? Тут у нас, значит, что, сияние или просто ясная ночь? Нет, а, сияние. Сияние. Сияние, да? Сколько горит печки? Еще 4 часа. Можно расколоть одну доску, расколоть другую доску. А сколько нам с доски дастся дров? Есть ли в этом смысл? Так, дровины 2 дастся всего, да? С одной доски. И с другой доски нам дастся 2 дровины. Можно, в принципе, еще... А, ну вот их всего... А, вот еще третью можно расколоть. А по этим двум я захожу. Эти колоть не стоит. Не стоит. Так, а сколько тут температурка? Сильно холодно? Минус 20. Да нет, тут ты рубить ничего не смогешь. Хотя вот там есть кустарничек. Так, ладно. Ладно, тогда делаем такой номер. Жил-жил, да помер. Давай зафигарим себе рейши. Рейши. И пойдем поломаем кустарничек. Доски просто расколоть-то я всегда успею.
Надо ж хоть какое-то НЗ себе держать. Потому что, ну, расколешь ты эти доски. Ясен пень. И что дальше? Так, лук мне. Кустарники. Так, топором 13 минут, руками 20. Ну, давай топором расколем. Так, нормально, не замерзнем. Давай-то следующий расколем тоже. Нифига себе, 3% с него снялось. Нормально вообще с топора снимается. А сколько он час? 94, да. Зря колол топором. Ладно, больше не будем. Фига с него снимается, блин. С ума с уйти. Так, ну у нас зато появилось 14 палок. Это нам еще хватит на какое-то время. Да на нормальное время, на 6 часов. Так, лошадь, говоришь, съел. Лошадь не надо? Бери оленину. Берите, пожалуйста, оленину. Лошадей есть ни к чему. Так, пить. Угу. Ну давай еще поспим. 74% здоровья. 6 часов. Давай 3 часа поспим. А там будет видно, что нам дальше опять-таки делать. Так, сон. 3 часа. А мы, может, даже только не проспим. Проспали. Раннее-раннее утро. Печки гореть 5 часов. Тогда давай зафигарим себе водички. 5 литров. Так, давай, фиганем 5 литров. И пойдем отлеживаться в пещерку, получать, так сказать, 100% здоровье. Я думаю, куда-либо следует переть только со 100% здоровьем, потому что я там сейчас буду замерзать, встречу волков, волков и прочую нечисть. Так, угу. Вода есть. Хотелось бы, конечно, еще одну стрелу забабахать. Так, что у нас в температуре в районе нашего любимого верстака? Минус 23. Стрела отменяется жесточайшим образом. Так, печки гореть еще 4 часа. 4 часа. Давай поспим еще 2 часа. Так, поспали. Так, что там у нас насчет изготовления стрелы? Ой, зачем? Зачем так-то? Минус 20. Потеплело, но радости мало. Так, печки гореть 3 часа. Хорошо. Тогда давай еще раз сделаем грибов. Пойдем еще кустарничек рубанем. Так, пойдем еще кустарничек рубанем. С подогревчиком. Так, где наши горячие грибы? Вот, не пьем их. Так, выпили. Отлично. Так, ну пошли кустарничек рубанем. У меня есть, конечно, кустарничек и поближе. Не понял, на что нажал. Есть кустарничек и поближе. Так, руками. Ну, мы не замерзли, да? Так, туманчик. Типа потеплело, что ли. Сейчас проверим. Так, печь. Вот тебе еще там сколько, до 4 часов дотянем, да? Так, дотянули. Что у нас в районе верстачка? В районе верстачка у нас минус 18. Опять нам не подходит. Мы опять замерзнем. Так, тогда давай еще час поспим. Не настолько устали. Ясно. Так, что же нам сделать, чтобы настолько устать? Ну, давай воды себе еще натопим. Чуть-чуть. Ну, давай, не знаю. Ну, литр, что ли. Топя литр, успеем устать? Ну-ка. Ну, что-то там какая-то слабая усталость появилась. А может, и погода изменилась. Сейчас посмотрим. Нужно просто еще мне стрелочку, потому что я далеко собираюсь переть. Могу потерять стрелы. Не только здоровье, но и стрелы могу потерять. Так, верстак. Здесь у нас температура минус 16. Ну, чуть получше.
Так, ну давай еще на воду отвлечемся. Давай еще отвлечемся на воду. Давай еще. Вода нам нужна. Нам, конечно, нужна и мясо. Ну, на крайняк можно там какой-нибудь жалкой Тимофеевке пойти надергать. Чтобы не разжигать никаких костров, даже если мясо будет. А вот с водой это не прокатит. С водой по-любому надо разжигать. Так, верстак. Минус 15 тут. Капец. А на улице сколько, вот мне интересно? Тоже минус 15. То есть здесь как на улице. Понятно. Печка нам так чисто потом, чтобы около нее согреться. Ясно. О, без подогрева обошелся. Ну все, тогда с подогревом сейчас будем делать себе стрелу. Все, все, делаем стрелу. Все. Выкидываем палки. Так. Делаем опять грибов, если они у меня еще есть. Это не то. Так, грибы еще есть на одну порцию. На одну порцию. Так, грибы. Приготовлены. Кем-то приготовленные грибы. Приготовим их сейчас. Так, приготовили. Хлябаем. Горяченького. Так. Кидай сюда факела, чтоб первое время хотя бы не замерзнуть. Совсем сильно. Так. Все. Верстак, стрела. Что мне необходимо? Древко, наконечник. У меня нет ни древка, ни наконечника. Да что ж ты не подготовился? Это древко сюда. Наконечник сюда. Один. Так. Возвращаемся на место дислокации. Так. Начать делать. Вот мы замерзаем, замерзаем. Погасли наши эти, и мы... Ой, замерзли, кацанулись чуть-чуть. Ладно, чуть-чуть не считается. Возвращаемся к печуре. Так, печура, давай воду топим. Ой, нам там кушать надо. Надо кушать. Надо кушать. Риск переохлаждения вылечили. Так, хорошо. Тогда надо брать еще оленину. Сходить, что ли, оленину собрать, приготовить. Пока еще горит. Хоть немного печь. Наверное, придется. Наверное, придется. Ну, сейчас сходим. Так, дай только воду дотоплю, а то еще я про нее забуду, и будет у меня плохая, так сказать, вода в наличии. Так. Ну что, тогда мы к оленю идем, да? Ну тогда мы сейчас воду туда отнесем немножко. Отнесем немножко воду. Отнесем, чего же не отнести? Так, погоди. Тогда давай я возьму уже наконец-то ножовку. И наконец-то уже срублю березу. Да. Так, температура у нас сейчас не сильно холодная. Это нам, конечно, на руку. Можем с оленя наковырять нормально. Так, хорошо. Печки там вроде 3 часа было гореть, да? 3 часа. 3 часа. Кустарник. Не, кустарник только на обратном пути. Какой кустарник? Никаких кустарников, дядь Саш. Никаких кустарников. Не появились ли палки новые? Не появились. Так, где моя береза? Береза, береза. А, не, вон есть палки. Есть палки. Береза вон впереди. Так, палки. А, тут еще грибы есть. Палка. Ну, в одинокой топе грибов было много. Это мы все знаем. Она славится грибами, потому как тут тяжко. Поэтому разработчики нам оставили хотя бы грибы. Чтобы на крайний случай жрали мы грибы. Особенно на незваном госте. Так, лук. Лук в руки. Дров-то тут дофига. Дров-то тут дофига. Так, березка. Собрать ножовочкой. Так, вперед, дальше.
Дальше, сейчас забежим сразу в березу. Сразу березу бросим. А то я про нее забуду. Это я могу. Кустарников тут дофига, дров дофига, да. Вот если была бы медвежья шуба, а лучше две, то можно было бы ходить их рубить. Ну хотя вот сейчас погода тоже ничего, можно было бы опиться чаю горячего какого-нибудь терейшего и пойти рубануть. Но нам пока не до этого, это мы потом этим займемся. Будем из пещерки своего убегать и руп-руп и назад, руп-руп и назад. Но прежде нам надо запастись пропитаницем, да. Чтобы делать руп-руп и назад. Отлежимся здесь до 100% здоровья и попрем. Так. Значится, березу. Бросить и воду всю. Бросить все. Вот, вот перетащили. Пошли. Хотя погоди. Давай здесь вот это мясо оставлю. Так, пошли за оленем. Пошли за оленчонком нашим. О, погодка. Погодка мне как раз подпортилась, как специально. О, я сейчас замерзну. Тут еще на ветер идти. Где наш олень? Где-то вон там валяется. Так, значит, три древка мы себе еще получили. Сделать сможем, если что, еще три стрелы дополнительно. Ну, надо переть на соседнюю локацию, как она там называется, железная дорога загадочного озера, или как там она называется, ну, где-то ремонтная площадка и все такое. И там, значит, наверняка железяк много, мы их ножовочкой-то напилим. Металлоломчик притащим. Металлоломчик-то мы притащим. Так, если я все это сейчас ножом чекану, я сильно обморожусь? Сильно, но придется. Придется, мясо мне надо. Отлежусь, ничего, в пещерке отлежусь. Побежали. Побежали. Лишь бы волчаки не встретились, дюжа резвые. Побежали. Так, полчонок. Полчонок брать. Чё ты там жалуешься? Какие проблемы? Все нормально, терпи. Сейчас мы отогреемся, сейчас. Тут у нас недалеко печура есть. Зато смотри, мяска сколько заполучили. Это ж красота, красота. Сейчас отогреемся, мяска пожарим, попрем в пещеру, будем там жить. Поживать. Если там, конечно, минуса не будет. А у меня, конечно, одежонка-то поношенная. Она уже дает меньше тепла. И волки потрепали, и так она потрепалась. Ткань малая с собой взял. Надо было больше с собой ткани взять, да. Можно сейчас в этой пещере задубеть нафиг. Запросто. Запросто нафиг задубеть надо. Так, палка еще. Хватит пока. Так, волки. Есть ли волки? Пока не видать. Но это пока. Сейчас могут нарисоваться мои любимые друзья. Чего олень не приходит сюда ко мне, а? Пришли бы олени. Они не приходят. Да хорошо, спасибо, что хоть один пришел. Хоть какое-то мясо пришло. Не искать его неизвестно где. Так, 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 так. Что там у нас с печечкой нашей любименькой? Бегом, 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 бегом. Так, с печечкой нашей любименькой ты пока все в порядке. Два часа, ну ты что, готово. А температура, значит, горна падает, он остывает. Наверное, его ветром остужает, или я не знаю. Вот он уже 197 градусов имеет температуру. Упала уже температурка еще. Так, дюже долго тут сидеть нельзя. А то ночь надвигается. Надвигается ночка. Ну, оленину готовим и валим. Я так думаю. Я так думаю. Так, риск переохлаждения вылечили. Прекрасно. Это прекрасно. Потому что мы сейчас пока в пещеру назад будем идти, опять переохладимся. Тем более там ветрище вон какое-то. Какой-то ветрище. Так, что нам отсюда с собой взять? Да ничего, ножовка только. О, ветрище кончилось. Прекрасно. С собой взять только ножовку. Так, давай мы вот это мясо сожрем.
И воду, естественно. Спальник у меня там. Так, что у меня при себе лишнего? Изучим. Перья. Перья не нужны, их можно оставить. Так, перья не нужны. Так, шиповника нам хватит на еще одну порцию. Так, теперь, значит, это что? Стрелы, стрелы, нож коцанный. Так, 6 стрел, точилка пусть, это все пусть. Так, жратва тут никакой лишней. Так, одежда, носки. Нет, мы все возьмем, мы там сейчас себе будем одежду чинить, потому что у меня вон портки уже вообще, гляки, коцанные. Так, это тоже все оставить, это забрать. Так, это не надо. Так, тогда пока у нас горит огонек, давай мы себе доделаем все и приготовим. Да, и приготовим. И это и грибов сколько на разик, да? На разик. Так, хорошо. Потому что это как питье может использоваться, как еда и вообще как не пойми что, если вывихнешь себе конечность неожиданно, какую-нибудь верхнюю или нижнюю, не дай бога. А это может запросто произойти. Косогоры всякие. И даже на равнине иногда происходит. Это вообще происходит не пойми как. Так, чего закрыл? Открывай. Грибы готовь и шиповник. Так, грибы приготовили. И шиповничек будьте добры приготовить. Все. Сейчас проконтролируем наш общий вес. Вес у нас 26 килограмм. Нормально. Так, что там? Вода. Где вода? Книжку возьмем, почитаем на досуге. Так, печь. Взять факел. Погасить. Убрать. Взять факел. Погасить. Погасить. Ага, убрать. Так, печь. Взять факел. Погасить. Убрать. Так, ну давай факел возьмем. Ладно, хватит. Не будем больше дури маяться. Так, молот. Молот пусть здесь лежит. Он мне не нужен. Так, факела все с собой. Тихо. Берем. Мы там их сейчас в палки превратим. Нам там в пещере делать будет нечего. Так, вот эти факела тоже. Так. Ну-ка, присесть. Так, оленина пусть это здесь валяется. Побежали. Эй, сейчас бы только волкозавров не встретить. Вот они мне сейчас вообще не нужны. Мне бы сейчас спокойненько добежать до пещерки. Да дрыхнуть там. Если позволит ситуация. Если не будет сильно холодно. А там может быть сильно холодно, да, запросто. Это мы скоро очень узнаем. То есть не очень узнаем, а очень скоро узнаем. Так, а, все-таки надо было взять с собой топор. Я там хотел применять тактику выскакивания на рубленный дровишек. Ладно, для начала применим тактику выскакивания на ламывание веток. А там уже разберемся, если что, за топором сходим. Значит, топор не тяжелый, с собой его таскать неохотцы. А еще он так коцается великолепно. Можно, конечно, ножовкой попилить. Но ножовкой дольше. Да. И она тоже коцается. А простых инструментов и сложных у меня тут нет. То есть качественных. То есть никаких инструментов нет. Поэтому. Так, температурка у нас средняя. Средняя. Можно, конечно, замахнуться на вот эту ветку. Точнее, это палка, а не ветка. Замахнулись. Даже не замерзли. Хм. Понятно. Будем там делать залежи себе палок в пещере. Будем делать залежи. Если что, потом отопрем их на фермочку. Если сделаем большие залежи. Ну а потом сходим, если благополучно вернемся с соседней локации, которая не загадочное озеро, а другая. Если будем живы, не помрем. Притащим металлоломчика, сходим в пещеру за угольком и еще себе раз чего-нибудь накуем. Да. Так, а у меня единственное, что нет с собой лампы, да? Лампы у меня нет. Поэтому у меня сейчас в пещере будет темнотень. Темнотень. Так, мясо немножко бросаем. Бросить. Это оставим. Так, приманку отдельно бросим. Вот приманка.
Все, погнали. Погнали, так. Значится, вот у меня спальник. Вот тут мы где-нибудь... Что тут у меня со шкуркой? Наполовину просохло и 52%. Она может 2% остаться. Интересно. А останется ли она 2%? Не знаю. Не знаю. Так, по одежде, что тут у нас? Вот это дело, действие, собрать. Собрали. Так, что бы нам в первую очередь починить? Что нам много тепла дают? Шапки дают много тепла и повязки. Повязка плохая. Давай ее отремонтируем. Отремонтируем. Так, отремонтируем. Не можем ремонтировать. И что, и ткань просрали, да? А я не знаю, сколько у меня ткани было. Ладно, все, неважно. Просрали так просрали. Зато мы в темноте можем сделать палки. Так, ну пока тепло. Соберем палки. Так. Соберем. И еще. Соберем. Так, собрали. И еще. Соберем. Так, и еще соберем. Это все нам пойдет в костер. Не пропадать же ему сдря. Так, факела тоже коцанные сильно можно собрать. И какой-нибудь один получше. Вот самый лучший у меня 44. Но его оставим. Действие. То собрать тоже. Тоже соберем. Так, и вот этот. Соберем. Так, хорош. Какая у нас на данный момент температурка? Плюс 6. И вроде как дует сильно. Типа пока держимся. Типа пока держимся. Ну давай, я не буду помного спать. Буду спать по чуть-чуть. Боюсь замерзнуть. Хотя когда ты спишь по чуть-чуть, это неэффективно. У тебя... О, сейчас вроде успокоилось. Сейчас буду спать больше. Хотя погода, температура падает она и когда тихо тоже. Вот, 3. 3, пожалуйста. Сейчас засну на 5 часов и сдохну нафиг. Угу. Давай на 7. А, была не была. Сдох так сдох. Чё поделаешь? Там и спальник уже коцанный, его бы тоже починить. Пока хватило запаса. Какая ж температура? Какая же температура? 0. Ясно. Без спальника никак. Так. О. Возросла. Плюс 2. Тогда давай мы себе... Что там нам пожрать надо? Давай чуть-чуть пожрем, попьем. И зачиним опять себе свою повязку. Она чуть-чуть нам прибавит температуру. Так, повязку. Действие. Ремонт. Давай ремонт. Так, повязку зачинили. Хорошо. Теперь, значит, что тут у нас еще? Шапки. Действие. Ремонт. Шапку зачинили. Все, ткани больше нет. Есть носки дратые, да? Ну давай носки. Действие. Собрать. Собрали. На что ж пустить эту одну единственную ткань? На что ее пустить? 0,4. Да портки от них толку. Так, это 0,8. Если починю, то будет, значит, плюс 1. А это, если починю, будет плюс 0,5, да? А шапку, если починю, то она тут плюс 0,3 даст. А это даст плюс 0,2. А шапка плюс 0,3. Тогда лучше починить шапку. Она плюс 0,3 даст до 2 градусов. Все. Перечинили, что могли. Сколько мы сейчас ощущаем? 0. А-а-а. 0 ощущаем. Потому что там метель. Понятно, мы будем замерзать. Ладно, позамерзаем потихоньку, ничего страшного. Потихоньку позамерзаем. Позамерзаем. Так, давай книжечку попробуем почитать. Давай часик. Нет, часик. Посмотрим, как мы там замерзаем. А не замерзаем почему-то, во. Почему-то не замерзаем, странно.
Давай 2 часика. На одном уровне наш костроразведение прокачать, тогда у нас еще дольше наши костры будут гореть. Давай до конца изучим. Так, изучили. Прекрасно. Все. Что с уровнем кострового разведения? Еще немножечко поразводить, и тогда только будет 5-й. Ладно. Ладно. Так, что делать? Что делать? Ну а делать тебе что? Съешь вот эту фигню? Попей водички. Попей водички. И пошли ломать палки и забегать греться. Да, давай так делать. Давай вот тут. Сколько просохло? Не понял. 57%. 47. Ай, она разрушится. Она разрушится. И мать ее за ногу. Так, бросить. Все. И книжку тоже бросить. Потому что она нам уже никуда не годна. Разрушится, разрушится наша шкура. Ну и хрен с ней. Так, наживочку одну. Приманочку. А то пока я буду ломать палки, могут прийти волки. Они нам нафиг не нужны. Ой, вообще не нужны нафиг они нам. Вообще не нужны. Так, палка, ветка. Ломаем. Вторую сможем разломать. Так, это все не ветки. Это все кедро... Ну, в смысле, это кедрач. Так, давай вот это тогда ломанем. Давай вот эту ломанем. По-быренькому. И пойдем согреемся. Так, хорошо, отлично. Что-то вороны закаркали. Пошли назад в домик. Да, в домик, в домик, в домик. Так, вот мы и в домике. Вот наш бедный несчастный трупешник. Так, ну накидаем сюда еще палочек, чтобы кучка была побольше. Так, бросить все. Так, ну и можем просто вот так вот подождать. Тем более, ого, плюс 21 аж. Нифига себе, как потеплело. Только что был 0. Согрелись? Согрелись? Согрелись. Только что был 0. А уже плюс 21. Как сильно днем-то теплеет. Так, тут у нас ночь приближается, да? Приближается ночь. Температура минус 8. Минус 8. Сколько у меня ножовочка моя имеет свое свойство? 77%. Ну, я могу и немножко попилить дрыны. Так, тогда вот эту дрыну давай пильнем. Давай. Ой, замерзли. Ух, нифига себе. Ух, нифига себе. Покоцались. Так, ух, вот это да, я ничего не вижу. Нормально. Нормально. Холодно, да ничего страшного. Да ничего страшного. Бери миска с собой. И пошли. И пошли греться. Так, греемся. Так, дрыны. Ой, сколько ножовка стала? 72, 5% с нее снимается. Ну, еловые дрова это надолго и всерьез. Ими, кстати, тяжелый молот можно еще починить, если есть инструментики. Да, если есть инструментики, то починишь. Так, что там у нас? Как бы ночь, но усталость не сильно большая, да? Тогда давай мы будем ждать 2 часа. Подождем. Так, у нас питаница кончается, да? Да. Давай еще часик. Подождем. Питаница совсем кончилась. Давай еще часик. Питаницы хватит, хватит. А потом мы на ночь пожрем. Так, теперь давай, значит, жремс. Значит, пьемс. Ну и, следовательно, спимс. Ну давай подождем, поспим 9 часов, если проспим. Надеюсь, мы не замерзнем. Это как доведется. Спальничек уже у меня поношенный, его тоже надо будет чинить. Так, проснулись, а тут наверняка ночь еще, да? Не, утро раннее. Раннее утро. Так, а что там у меня, здоровье 100% или еще не 100? 100. Так, здоровье 100%. Так, давай мы еще немножечко подождем.
Еще немножечко подождем. Плюс 9, плюс 10. Во, все. И можно будет с этой ситуации пойти в поход. Или поспать часок, или поспать часок, или отсюда пойти в поход. Я просто сейчас заканчиваю играть. Это я сохранился. Так, что там с медвежьей шкуркой? Что там вообще со шкурками? Я не могу себе волчью шубку починить. Это еще не высохло. Кишки высохли. Это тоже не высохло. Это 84, это 82. Понятно. Докантоваться тут до высыхания шкуры я могу. Медвежья шкура. Она 42%. Ну ладно, что ты гадаешь, будет видно, высохнет она или нет. Так, оленя 55 просохло, а это оленя 57 просохло. Ага. А вот кроликов у меня с собой нету, да, варежки починить. А вообще, насколько у меня сильно все изношено? Ну, вот этого волка можно починить, вот это можно починить, вот это можно починить. Все будет потеплее. Оно плюс 0,4 даст. Это... А эти сколько они? 2,5, когда чинены. Это ж плюс 0,6, это уже плюс 1 градус. Угу. И шубень, если починю, она еще плюс 6 даст. Да, градуса полтора себе можно прибавить, если все это починить. Если тут еще дождаться, чтобы они высохли. У меня жратвы может не хватить, чтобы дождаться, чтобы они высохли. У меня вот кусок и вот кусок. И там валяется кусок. Угу. Ну, можно Тимофеевск сходить набрать. Ладно, все, я на этом с вами, мальчики, девочки, ребятушки, девчатушки, прощаюсь. Вот, сегодня у нас стрим, но эта серия уже выйдет после стрима, так что это заявление не актуально. Все, желаю вам удачи в игре, остерегайтесь волков, а в следующей серии я пойду, наверное, уже туда, на следующую локацию, да. Все, адьос, амигосы.